Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Demon's Souls. В последней серии мы победили главного демона мира 4, мы победили короля штормов. Надо сказать, это было очень просто, удивительно просто, это был самый простой босс в игре, даже проще, чем тот личмонгер из 5.1. Но сейчас у нас, давайте пройдемся, этот мир у нас зачищен полностью. Этот мир у нас зачищен полностью. Так, пардон. Здесь у нас печать разбита. Нам осталось сходить сюда. Здесь у нас все зачищено. И нам осталось пройти один мир здесь. Так, что меня там просили-то? Что у меня с тенденцией вообще? Тенденция у меня в двух мирах очень светлая, в остальных нейтральная. Но в первый мир я пока не могу пройти вот сюда, и там, мол, при белой... А, подождите, там же у нас... Вот, вот чем мы сегодня займемся. Там у нас был красный рыцарь, как вы помните. Я когда тут ходил, я его уже убил, я не знаю, он будет ли на месте, я его убил с двух ударов. Ну, то есть, помните того красного рыцаря там наверху на подъеме? Который такой крайне-крайне сложный был. Сейчас он уже не сложный, он уже все тухлый. Короче говоря, шансов против нас у него нет. Посмотрим, что за той дверью, что там у него. Какой-то ништяк, может, хороший лежит. Я, кстати, души забыл потратить. Ну ладно, успеем. Тут нас убивать некому особо. С боун-крэшем здесь смысла особо уходить нет. Здесь и так враги с одного выстрела, вернее, с одного удара дохнут. Так, эта дверка, я так понимаю... Отстань! Эта дверка у нас закрыта, потому что тенденция у нас все та же. Пока что я туда не попадаю, и, похоже, не знаю, не попаду, потому что что-то у меня с тенденцией вечные проблемы. Смайлик успевает цепануть, а? Блин, как давно я тут не был. Одна из самых офигительных локаций в игре. Так, сейчас мы поднимемся вот тут вот по башенке, это у нас будет достаточно быстро все. Ну, это просто издевательство над ними. Че, дурак, что ли? Жизнь, как видите, вообще не отнимает. Готов. Ну, блин, я что-то парировать разучился совсем. Фу, так, ладно. Ладно. Что у нас тут наверху? А, тут у нас фанатики. Хорошо. Полудурок. Я, кстати, наверняка, если буду своим мечом бить эти бочки, то они взорвутся. Потому что у меня же тоже огонь, а они когда бьешь их именно огнем, они взрываются. Блин, ну сейчас смотришь на эти бладстейны здесь, и кажется, как здесь вообще можно умирать. А когда-то ведь это было сложно. Удивительно просто. Так, вот эту бочку мы, пожалуй, обойдем. Трогать не будем. Хорошо. Там наверху у нас рыцарь, который... Первый наш рыцарь за эту игру. Который нам в свое время доставлял просто очень большие проблемы. И сейчас пришло время мести. До свидания. Червь. Ой. Пардон. Да, блин, что-то рассеянный сегодня какой-то. Это не к добру. Свидание. Урон уже достаточно хороший. Я уже вплотную приблизился к тем показателям, которые у меня были в дарке. И даже где-то их перегнал. Так что герой у меня вполне себе прокачанный уже такой. Так, что там, рыцарь не стоит? Да, стоит. Я уже боялся, что вам не покажу бой с ним.
А бой, надо сказать, занимательный. То есть он достаточно сильный. И сюда нужно приходить именно уже раскачавшись. Ой, ой. Я что-то, по-моему, перехвалил себя. Так, дружок, это не запланировано. Да не, нормально. Да сдохни ты, елки-палки. Вот и все. Ну, видите, все равно не такой же простой противник был. Мог за себя постоять. Так, ладно. Тут я что-то взял. Ну, что-то ничего хорошего. Душу какую-то, по-моему. Ну, то есть, как ничего хорошего. Ничего сверххорошего. Теперь, говорит, когда я это сделал, давайте посмотрим. Да вы издеваетесь. А что сюда нужно-то, я не помню. Блин, это печаль, а. Столько шел. Так, а у меня есть аркстоуны, нет, чтобы сразу вернуться в Nexus? По-моему, нет. Нет. Ну ладно, че. По крайней мере, не будет у людей вопросов, типа, а что там? Ну, то есть у людей будут вопросы, но, по крайней мере, уже видим, что мы тут справляемся. Нужно будет потом, короче, разобраться с этой дверью как-нибудь. Вообще, с тенденциями они, конечно, заморочили, на мой взгляд, даже как-то это глупо маленько, но какая уж есть игра. Проще, как он в Дарке. Лучше копить-копить долго, купить себе печать и открыть новый проход. Или там убить кого-то и с помощью этого открыть еще один срез. А так вот, что вот эти тенденции, это, на мой взгляд, не очень круто. Ну, на любителя, кому-то, наоборот, этот прикол очень нравится. Я не беру ништяки, потому что я не беру ништяки, они мне не нужны. Тут уже хорошего ничего не бывает особо. Так что не пишите гневные комментарии, пожалуйста. Брать тут нечего с них. Так, ладно, возвращаемся к Аркстоуну. Нам ближе будет направо или налево, интересно. Ах, побежали налево. Для разнообразия. Это тоже был не особо сложный бой. Ну, вообще, боссы здесь достаточно сложные. Просто после Дарка я уже как-то достаточно неплохо научился драться. Поэтому я помню, в первый раз я это проходил. Это был просто кошмар. Меня убивали, убивали. А сейчас как-то я уже помаленьку чую чудо как. Так, ладно. Что нам остается? Сюда? Да, в принципе, мир 1-1. Ой, мир 1-3. Я не думаю, что сейчас будет просто. Я думаю, сейчас будет очень непросто. И вообще нужно было убиться и не в человечной форме идти. Хотя пофигу. Фу, так, что же будет? Что будет? Сейчас главное победить этих двух темных фантомов. С ними основные проблемы у нас. Не знаю, посмотрим. Сам босс, он не такой сложный. Блин, сейчас опять эту катсцену смотреть. Хотя босс может быть очень сложный, если в него вселится игрок. Так, давайте катсцену. Че это такое? Вы посильнее, что ли, стали? Давайте катсцену, ребята. Как он там встает, на него наматывается. Не хочу посередине боя это дело. Хотя, вот с этим вот мечом, я думаю, будет полегче с ними драться. Так, он же прямо бьет, да? Да. Просто вот этим ударом он будет шибать с ног. Здесь 37 не самый лучший урон, но зато, конечно, удары все сокрушающие. Так, что у тебя? Меркьюри Стоун. Нафиг не нужен. Так, опасайся темного фантома. Да я знаю. Блин, где он там?
Может, одеть кольцо, с помощью которого они меня труднее им замечать. Хотя нет, какой нафиг. Я же все равно с лица подхожу. Блин, на кат-сцену врубилась. Ну вот в самый неподходящий момент, как обычно. И сейчас у меня стрела зажата, и он ее выпустит после окончания кат-сцены автоматически, и этот сагрится на меня, фантом. Спасибо тебе, игра. Спасибо. Ты меня очень любишь. С ним нужна будет скорость. С ним вот этот Bone Crusher не подойдет. Он просто очень быстрый. Я пока замахивается, у меня всего свинтит. Дойти бы еще до него, конечно. Блин, у него колючая проволока вокруг висков. Они на что намекают? Японцы постоянно хотят как-то, блин, задеть чувства христиан. Я себя к христианам вообще не отношу, но просто то ангелов выставляют в дурном свете. У них какой-то бзик на этой почве, что ли, я не знаю. Ну да, выпустил стрелу, и тот сагрился. Лови, друг. Лови еще. Так, это плохо. Электричество. Лови, подруг. А в принципе нормально, да, стало? Ай! Давай. Фу! Очень просто получилось. Ну ладно. Главное не расслабляться, эти твари, они на многое способны. Так, сейчас еще одна это будет. Мокрица. А, две даже. Хорошо. Хотели, чтобы я вам показывал Bone Crusher? Вот, смотрите, прикольный меч, но очень медленный. Я бы даже сказал, слишком медленный. Так, ну что, подружка? Давай. Электричество. Иди сюда. Отходим. Иди ко мне. Отлично. Так, электричество. Иди ко мне. Хорошо. Не хватило, что ли? Скотина. Вот вы из меня крови попили, ребятки. Блин, у меня 120 тысяч душ. Надо было хотя бы пару уровней прокачать. Да зачем мне это уже все? Мне на эти души, честно, плевать. Так, ну, по крайней мере, сейчас это будет достаточно просто, потому что фантом темный в него не вселился. Я буду драться с ботом. Да, тихо-тихо ты. Без нервов. Слишком много стульев. Ой-ой-ой, только не стреляй. Остальное это не так страшно. Смотри-ка, этот меч тут выруливает. Только, блин, нужно успеть его ударить сначала. Да, я ожидал этого. Живой еще, что ли?
Ну, это было избиение. Все было бы гораздо сложнее, если бы это был живой игрок. Это, по-моему, самый необычный вообще босс. Представьте, босс, в которого вселяется живой игрок. Вот это, по-моему, шикарная идея. Но, к сожалению, игрушка достаточно старая, и желающих вселяться в босса сейчас не так много. Поэтому такие дела. Просто элементарно это все решилось. Так, и что, куда дальше? Или это был главный босс? Мира 3. Что, правда, что ли? Да навряд ли. А что стульев-то так много? Я что, все прошел этот мир? Не верю. Ой, не верю. Так, давайте по стеночкам пройдем. Ну да, похоже. Я думал, еще что-то будет. Ха, ну... Ну ладно, чё. Пойдемте в Nexus тогда. Это было странно. Я думал, это не финальный босс, а он такой... Какой-то, блин. Ну ладно, проехали, короче. Да, все. 4 аркстоуна. Так, ну давайте уже души потратим тогда. Ведьма, ты где? Может, она на этой тусовке? Тут меня просили показать. Вот здесь у нас такая девочка живет. Умбаса. Здесь живет вот этот святоша, которого мы выпустили с 4.2. Здесь патчс. Короче, все NPC, которых мы спасли за время игры, они собираются вот в этих залах Нексуса. Меня больше интересует, где же ведьма? Куда она делась? Ведьма! Мне души нужно потратить. Здесь у нас кто? Ты у нас магию учишь, но мне магия не нужна. Если бы у меня были друзья, это, похоже, местный Forever Alone. Это я спас в мире 1.3. Are you sure? У нее один из самых мощных магических, вот этот вот Firestorm. Но для него нужно хотя бы MP 100, а у меня их всего 73. Мне хотя бы поэтому на него не хватает. I owe my life, if you... Ведьма, елки-палки, ты где? Ведьма, покажись. Бьорн, ведьму не видел? Блин, спряталась, а? Ты чё прячешься от меня? Разлюбила меня, что ли? Так. Чё качать-то? У меня всё прокачано нормально. Нормально. Так, души демонов. Так, давайте сложим сразу души демонов, а то я их сейчас точно протрачу на что-нибудь. Хотя зачем я их складываю, я их не использую, я из них не делаю оружие. Просто потому, что все нужное оружие у меня и так есть. Так, ладно, оказывается, у меня душ совсем мало таких обычных. Вон, еще одна такая осталась, поэтому я даже использовать не буду. Так, ну что, остался последний мир. Последний, при этом самый первый. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Как раз еще где-то минут 20 на серию. Возьмем сегодня, пройдем Demon's Souls, вот это будет прикол. Я ждал еще серии 10, что будет. Оказывается, вообще без мучений. Как-то вот я сегодня сел за сегодня вторую серию, прохожу и вообще без какого-либо сопротивления. На это, я думаю, ненадолго. Так, тут мы еще не были. Я хотел сюда сказать, мне тут не особо понравилось. Ах,
скотина, как ты задел-то? Вот, блин, елки-палки, обидно. Давай. Обменяемся. По-мужицки. Так, и тут у нас три фантома. И ящерка. Ну вот как вот тут брать ящерку? Ты по... Блин, я только сейчас обратил внимание. Тут же дракон убитый, офигеть. Они его колбасили. Вон сколько у него всего понавтыкано. Ёлки-палки. Опасайся кровотечения. Кровотечение, говоришь? Кровотечение — это плохо. Так, подожди, где у меня сопротивление? Вот так. Таким мечом бить или таким? И все сразу агрятся. Или нет? Там один с Tower Shield'ом. Это вообще смешно. Так, по одному-то ладно. Или все-таки не по одному? Давай, руби. Ну, руби, елки. Ой, что ты тупишь-то, ёлы? Ну? Ну, наконец-то, блин, родила. А, ты мужик, что ли? Еще что? Нравится? Мечик тебе мой, нет? Сейчас дам добавки. Прости, но было весело. 13 тысяч душ, офигеть. Проникающий меч. Подожди, это не меч пенетратора? Ну, он на декс похож, да? Так, что у тебя за статы там вообще? Да так себе все. Вот этот меч мне нравится. Но опять же, сразу скажу, не против любого врага. Так, еще одного сможем вытянуть по очереди? Похоже, нет. Так, вот в этом проходе их отлично встречать. А, ты лучник. Но это облегчает задачу, тогда мы можем драться. Хотя хрен знает, как у тебя. Ладно, погнали. Шараш... Ох ты, посмотри, что у него. Руби, ломай. Давай ко мне сюда. Разберемся без того подсиралки. Ой, понял. Блин, к стенке встал. Знаем, Плавля, не ты первый, не ты последний. Спокойно, без нервов. Да убей. А ну вот так. Дайте.
Живой еще смотрю. Блин, стрел-то много сносит. Прощай. Кто такие? Чё хотели? Блин, наверняка хороший лут ведь, а? Так. А, нет. Блин, это даже выкинуть можно. У меня такое же есть. Точно такое же у меня лежит в инвентаре. Вернее, не в инвентаре, но вы поняли. В Нексусе. Так, а кто это у нас там подсиралка такой, а? Кто это всем мешает? Кому ты сейчас достанется? Ой, кто-то гад. Блин, почувствую мою мощь. Блин, ну это вообще офигеть просто. Давай. О, ты посмотри. Так вот, где кровотечение-то у нас, да? Ладно. Сучигатан это у нас. Братюня не выйдет. Белый лук. Блин, ну нафига мне там было искать этот белый лук, если мне тут еще один такой же дают. Нафига мне два белых лука, одинаковых абсолютно. Конечно, мне сейчас скажут, что один можно было прокачать так, а другой эдак. Но зачем? Я их вообще не качаю, меня устраивает мой лук. Он очень хорош. Так, ладно, что дальше? Куда идти? Сюда, я так понимаю, но что мне для этого нужно сделать? Или сюда? Так, аккуратно тут. Новая локация, лучше нафиг поосторожнее быть. Слышу рыцаря. Рыцарь, слышишь меня? Опасайся быть невнимательным. Справа от нас. С красными глазками. Давай, дружок. Full Moon Grass, отлично. Еще где-то такое же есть. Так, что еще тут снизу? Ничего? Окей. Так, ниндзя, ты что хочешь? Шо? Так, у тебя что? Бежит рыцарь. Да что ты, блин, какой ненормальный. Офигеть. Понял. Так, дружок. Тут с тобой неинтересно драться, пойдем-ка мы на равных условиях бы. Вот и тут. Да елки-палки. Ты, по-моему, хочешь познакомиться с моим другом? Офигеть, вот ты опасный, дружок, опасный. Давай.
Скотина, блин, тупая. Это самый, по-моему, пока что опасный враг на этой локации. Блин, да что ты у меня под ногами путаешься? Офигеть просто. Видели, сколько он снимал? Это у меня прокачанную в такой броне. Так, ну вроде больше никто не дышит. Вроде больше никто не дышит. Ребятки, вас я тоже не очень люблю, как и вы меня. С одним расправлюсь, со вторым полегче будет. Да, блин. Ладно. Ой, это что такое, босс опять что ли? Ну да. Слон в посудной лавке. Надо было вас убить, пока была такая возможность. Так. Ладно, что делаем? Да, блин, не вертись ты. Ему вообще пофигу. По 23 сносить, это, конечно, смешно. И то один раз из 10 попадаешь. Тихо-тихо, ребята, тихо-тихо-тихо. Ну, вроде живой. Толстячок, смотри, за мной бежит, а? Упрямая скотина. Дракош, убей его, пожалуйста. А его неплохо пожгло, да? Свидание. Посмейся, посмейся мне. Прошайки. Так, второй круг ада, похоже. Отлично. Ой, что так тормозит-то? Супер. Бьорн? Бьорн, ты что тут делаешь? Елки-палки. Помощь нужна. Так, отступаем, отступаем. Я-то не Бьорн, но меня сносит порядочно эта хрень. Так, все, я справился, нет? Бьорн. Бьорн, друг. Да ему пофигу вообще так-то.
И я его, главное, убить не могу. Да? Да, блин, нету кнопку. Все непривычно, что у меня на новой кнопке стоит лук. Ай, блин, задел, смотри. Так, тихо, аккуратно. Да не. Это без перспективы. Короче, бесполезно. Острова. Опасайся темного фантома. Острова, это не ты, я надеюсь. О, это ты? Мой отец наверху. То, что от него осталось. Он трансформировался в демона. Я начал это приключение по поиску правды, но было глупо даже пробовать. Пожалуйста, убей моего отца. В его нынешнем состоянии, то он только погибель этим землям принесет. Inside the mausoleum are my father's two swords, Soulbrand and Demonbrand. Use them to bring an end to this madness. Остров умер. Да хватит жечь там, ты запарил уже так громко. Короче, он сказал, что есть мавзолей, в котором лежат два ключа. Блин, он же сейчас убьет Бьора. Смотрите, у Бьора жизни сколько. Так, короче, с этим нужно что-то решать. Этот ключ, я так понимаю, нужен туда, где мы были в начале этой серии. Ну давай. Это ты острова, что ли? Ты же не острова. Это была острова? Или он в демона превратился? Что это было вообще? Вот это я хотел. Спасибо тебе, игра. Вот, ты посмотри, урон какой. 30 плюс 8. Магическая атака, 140, правда. Но магическая атака — это не так хорошо все-таки, как физическая, насколько я понимаю. Этот меч лучше. Ой, щит. У него 100% от того и от этого. А это только 160 против магии. Но красиво. Ладно, побаловали и хватит. Так, блин, дракон меня беспокоит. Удачи тебе. Это что, финальный босс игры, что ли? Ну, я думаю, сейчас умрем, и потом пойдем в тот мавзолей. Я просто назад повернулся, но... Да хватит жечь там. Вернулся бы назад, но через этого дракона пробегать, да ну нафиг. И пофиг на эти 81 тысячу дыш. Как вы видели, мне их тратить не особо уже есть на что. Давайте посмотрим. Я вообще ему смогу урон наносить без тех мечей, про которые Острава говорил? Мой кокошник мне поможет. Приехали. Давайте хотя бы познакомимся. Я что-то не верю, что финальный босс с первого раза уйдет.
из второго. Красивый меч. Бля, это дракон снизу так и будет жечь, что ли? Круто. На расстоянии, значит, бьешь. Ладно. Он из меня уровень высосал. С такого расстояния зацепило. Щит держит, щит держит. Это было запоздало, слово почно. Беги, 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 беги. Нет, смотри, слишком далеко. Это офигеть. Нет, только так. Успел. Ну ладно, допустим. Да блин, меня-то как попало. Плохо. Плохо. Опасный парень. Но что-то получается, кстати говоря. Надо его в этот момент бить. Будет. Или не надо. Не на того нарвался, у меня кокошник.
Ладно. Держимся. Блин, если бы не тормоза еще. Успел. Блин, меч бы подлиннее. Успел. Ай! Тихо, 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 без нервов. Тихо. Капец. Да отцепись от него, ёлки-палки, автоприцел. Бляха, муха. Вставай быстрее, быстрее. Прощай. С первого раза. Ну, надо сказать, это был красивый босс. Вообще все было очень красиво, но в итоге... Ладно. Фальшивый король уничтожен. Да какой Bloodstained? Что написано? Настоящий Demon Souls начинается здесь? Да вы издеваетесь, он уже закончился практически. Фу, так, что мне осталось-то? Я всех победил. Как ты победил моих драгоценных демонов? Ни одного человека нет такого аппетита к душам, как у тебя. Остальное старейшему. Если так тому быть, то ты, короче, будешь призван. Старейший, говоришь? Похоже, все. Осталась уже финишная прямая. Красивый бой был. Противник был интересный. Сколько он из меня уровней-то высосал? Интересно, они вернулись вообще, нет? А, ладно, уже похоже, сейчас не до этого. Ой, что-то мне не хочется туда. Оно точно там стоит? Фу, так. И знаете что? Вы знаете что. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Я думаю, в следующей серии мы завершим эту игру. Потому что времени уже достаточно много прошло. Мне нужно сейчас отдохнуть, отойти и собраться перед последним боем, с кем бы он там ни был. На мой взгляд, это хорошо. На мой взгляд, эта серия получилась очень крутой. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.